Всем привет! Наступили у нас в Калининградской области крещенские морозы. Да и вообще в этом году зима получилась со снегом, с такими морозами. Давно такого уже не помню. Вот и сегодня утром на термометре было минус 28. Пришел сарай, а здесь поросята просто замерзли. Хотя я им настил сделал. Вот по-быстрому с рудилом, обогрев лампу. Теперь сидят, греются, никак отогреться не могут. Ничего, сейчас отогреетесь. Сейчас тепленько вам будет. А как же ваши собратья-то на улице кабаны, а? Они на снег взрываются, да? Ничего, ничего. Здесь у нас получается вот этот розовый ландрас. Это вьетнамские веслобрюхи, кабанчики. Ничего, ничего, сейчас согреетесь, все будет хорошо вам. Так что, друзья, берегите своих домашних и своих животных. Заботьтесь о них, и будет вам благо. Ставьте обогреватели. Здесь лампа на 150 ватт. Ну, вполне хватает. Сейчас хорошо будет. Всем, кому стало полезно это видео, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всех с крещением. Всем пока. Thank you.